Улыбаемся, хорошее настроение. Итак, раз, два, три. Всем привет, меня зовут Сергей, и сегодня мы с вами поиграем в игру Minecraft. И это будет Story Mode, такое дополнение, которое состоит из 8 частей. Я еще не играл в это дополнение вообще нисколечко. Кстати, версия для PlayStation 4, и поэтому начинаем с самого начала. Давайте выберем внешность нашего героя. Мне кажется, вот такой человечек, похожий на... Ну, на какого-то шведа в национальном костюме будет вполне себе подходящим. Или вот этот черненький тоже неплохой. О, матрос. Кстати, вот эти скины, они все какие-то такие хорошие, прикольные. Ну, наверное, вот этот больше всего будет мне интересен. Ну что ж, посмотрим, что нам здесь предложат. Ордер камня, начало, эпизод первый. Поехали. Ключевое значение в этой эпизодической игре имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Давайте попробуем сейчас, если получится, чуть-чуть покрупнее сделать субтитры. Они мне, конечно же, видны, но если они крупнее, то, наверное, это будет лучше. Так, где они здесь настраиваются? Настройки управления нет, не здесь. А, что-то... Ну-ка... Ага. Размер субтитров крупный. Все, применяем и поехали дальше. О, это другое дело. Говоря проще, ложь. И все же, во всем известном мироздании, в наших землях и в чужедальних краях, легенда об Ордене Камня передается из уст в уста без сокращений, и это говорит само за себя. Воистину, лишь многострадальная земля нуждается в герое. И наша земля, к счастью, знала своих героев, хоть и давным-давно было их четверо. Габриэл, воин, чей меч повергал в дрожь всех противников. Эльгорд, инженер Красного Камня, чьи машины знаменовали собой эру изобретений. Магнус, разбойник, который направлял свою разрушительную фантазию в благое для всех. И Сорен, архитектор, строитель миров. И глава Ордена Камня. Вместе эти четверо друзей совершили очень многое и по праву снискали себе славу четырех героев. Величайшим их деянием стало опасное путешествие, предпринятое для того, чтобы сразиться с таинственным существом, драконом края. В конце концов, Орден Камня одержал победу, и дракон был повержен. История их завершилась, и они ушли, чтобы остаться жить в легендах. Вот такое вступление к истории, завязка. Но там, где кончается одна история, начинается другая. Что, начнем нашу игру? С кем мы будем сражаться? С курами размером с зомби или с зомби размером с курицу? С курами, наверное. Эл, а дайте мне ответить-то. I didn't want to just leave Ruben here with nothing while we're at the building competition. He's coming with us. Он идет с нами. Серьезно? What kind of question is that? Что за вопрос? Разумеется. Ладно, я не говорю, что его не нужно брать. Не говорю. Но тебе не кажется, что это несколько странно всюду таскать его с собой? He kind of makes us look like... Это вовсе не странно. Ну, давайте ответим. Это вовсе не странно. Рубен — питомец, о котором можно только мечтать. Послушный, преданный, всегда рад меня видеть в конце долгого дня. Вот этот, Рубен. Рада, что он с нами. Просто не хочется давать людям еще один повод. Так, мы не неудачник. Кому какое дело, что они думают? Так, ответим. Who cares what other people think? I know. I'm just... It wears you down. You say you're not a loser, Olivia. Посмотрим, на что повлияют наши ответы, пока не очень понятно. Did you hear that? Oh, no.
Сюрприз! Поросенок свалился. Аксель, что с тобой? Классная маска. Cool mask. It is, isn't it? Yeah, very convincing. The look on your faces. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. You brought Reuben a disguise? We're going to a convention. Somebody's got to wear a costume. О, масочка. Если ему хорошо, то и мне тоже. Ну, он здорово смотрится. Awesome. Так ответил. It only took me like a million hours to build it. All right, all right. You definitely brought the fireworks, right? Yes, I'm ready. Waiting on you guys. Чего, пойдем пускать фейерверки? We'll meet you downstairs, okay? Встретимся внизу, хорошо? Okay. Ну, стоп. Используйте L, чтобы передвигаться, и R, чтобы осматриваться. Ну, понятно, это все как обычно, как всегда. Так, стойка для доспехов. Для ускорения нажмите R2. А, R2 даже? Во. Взглянуть. I got this stand as a gift, but don't have any armor to put on it. Maybe someday. Стойка для доспехов, но доспехов еще нет. Будем их искать. Что с этой грушей? Посмотрим. Так, непонятно. Сюда. One of these days, we're gonna win the Endercon building competition. And when we do, people will look at us and say, hey, there goes Jesse and Reuben, winners of the Endercon building competition. They really should change the name. В строительном конкурсе хочет победить. Так, сундук давайте посмотрим. А, вот так его открывать. Shears definitely taking these. Ага. Never know when I might need to shear some sheep. Нашли ножницы, которые пригодятся, конечно же. Знамя. Что Gabriel, за знамя? The warrior. You think we'll ever get that famous? Габриэль воин. It's not impossible. Maybe I'll get famous for my sweet poster collection. Ой, сколько сундуков у них. Второй уже. Что тут? Кремень и кресало. Не слишком истертые. Подойдет, будем огонь добывать. Рубен. Ну, давай поговорим с Рубеном. Give me a dragon roar, Reuben. That'll do, Reuben. Голос Рубен, да? Сойдет, Рубен, сойдет. Так, а нельзя ли как-то от первого лица поиграть? Сейчас я клавиши попробую поперебирать. Не. Куда ты собрался? Ага, спускаемся с дерева. Он живет на дереве. Прикольный у него домик. Yeah, dude. Roll. Let's go. I heard a pretty juicy rumor about the building competition, but you guys have to promise not to say anything. Okay. Also, it's in two parts. Each part more exciting. Строительный конкурс из двух частей состоит. The special guest at this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior himself. Специальным гостем будет Габриэль. Part two. Part two. According to my sources, the winner of the building competition is going to get to meet him. Мне бы очень хотелось встретиться с Габриэлем. Так. This would make up for all the losing. Meeting Gabriel would be a dream and an honor. Totally. He's awesome. It'd be amazing to meet him. Reuben better be careful in that costume. The last time Gabriel saw a dragon, it didn't end well. So, does this source of yours make posters for a living? Huh? Выступление Габриэля. Билетов нет. У меня нет никого, никакого девчата. Мои единственные друзья. Guys, let's stay focused. We have a competition to win. We never win. And this year we've got Reuben with us. We basically have no chance. Так, у нас практически нет шансов. На этот раз мы победим. Конечно, такой ответ должен быть. Because up to now, we've hated losing. But today, today, my friends, we're gonna start learning how to love winning. That didn't sound as good as it did in my head. No, no, I'm with that. All right. Wait a minute. We're thinking about this all wrong. The point of the building competition isn't just to build something. We have to do something to get noticed by the judges. Okay, then. So how do we do this? We don't just build something functional. We build something fun.
after we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. You might be onto something. If we want to get a reaction out of the judges, you build something scary. Страшное. Нужно построить что-то страшное. Крипера. Может, лучше Странника Края? На мой взгляд, они страшнее, чем Криперы. Давайте построим... Крипера. Alright, let's build the Creeper. You're going with Axel's idea? What's wrong with my idea? Nothing. It could be totally cool. It is cool. Yeah. I think this is the first time we've decided on something before getting to the competition. Think we've got everything we need? It wouldn't hurt to grab a little more. Let's get to grabbing then. We're so prepared. We can't lose. Cannot. Нужно строить крипера, но у нас нет достаточно ресурсов, чтобы его построить. No. Будем искать, наверное, ресурсы сначала. Team on three. One, раз, two, два, three. Три. Фух, поехали собирать ресурсы, да? Ребятушки. Разбежались по разным сторонам. X. Ой, тут, кстати, совсем управление другое по сравнению с обычной частью. С обычным Майнкрафтом, даже версии для PlayStation. Габриэль, так, и... Ой, как ты быстро собираешь, вот это да. А что тут? Так, раз. А, он готовится к битве, к поединку со Злагором, наверное. Так. Бежим, быстрее. Собираем листочки, цветочки, зелень. Все, успели. Прессуху покачаем. Два, три. Всего три разка. Соберем вот этих ресурсов. Острижем, конечно же, овечек, чтобы было много шерсти. Хотя белый цвет нужен для нам, для крипера. Опа, фаталити. Все. Все готовы. Ба-бам! We know what we're building. We've got all the stuff for it. We are so ready. This year, it's going to be different. I'm not just ready to build. I'm ready to win. Nice pig, loser. Эй, ты кто? Это не свинья, это у нас такой мини-дракон. Lucas and the Ocelots. The rivalry continues. Man, they've got matching leather jackets and everything. So cool. Well, это команда противников, да? Great. The fail squad's here. Lucas, get a load of these losers. Эй, даже go, некоторые вещи не переведены. Что это такое? Ай-яй-яй, разработчикам скажем. Ай-яй-яй. Axel, and how do you do? No, your team name. Имя команды. Давайте придумаем, как будет называться наша команда. Орден свиньи, смертники края. Ну, маньяки Нижнего мира, давайте. You just thought of that right now? Yep. We've never even been to the Nether. Who the Nether cares? Okay, Nether maniacs. Маньяки Нижнего мира, ваш стенд номер 5. Эй, тебе не пройти. Так, нужно к стенду номер 5 подойти. Давайте посмотрим, где он. Стенд 3. Ну, вообще, какое-то странное управление, действительно. Стенд номер 5. Вот он. Is that a freaking beacon? They have a freaking beacon? Freaking beacon? That's stained glass. They aren't just building a beacon. Строят маяк. They're building a rainbow beacon. Радужный маяк. А мы должны... Не волнуйся, у нас все получится. Наша задумка куда круче. Да ну, маяк-то проще построить, чем крипера. We should probably стоп staring at them. Look, it's the order of the losers again. Good one, Gil. We're just looking. There'll be plenty of time for you all to look at it after it wins and gets shown at EnderCon. You're being unpleasant. Maybe not all of you. EnderCon doesn't allow outside food or drink. I'm talking about your pig. Заткнись, урод. Так, ответим. What's that? Jesse said, shut up. Do you need to hear it again?
I don't know. Maybe. Stop wasting your time, Aiden. We've got work to do. You're lucky I'm busy. Hey, Jesse. Guys. Hey, Pet. How's the build going? Only time will tell, but we're optimistic. Hey, Petra. I forgot to thank you for that Nether Star. Hey, Lucas. Not a problem. You help these tools? For the right price, I'll help anyone. If you need anything, you know where to find me. None of us know where to find you. Exactly. No hard feelings, guys. And if you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this? Учи своих приятелей вежливости. Make this about how cool our builds are. We're cool with Petra, but you need to teach your friend some manners. He's just trying to get in your head. Well, have you heard the saying, it's possible to be nice and win? Sounds like something a loser would say. Ladies and gentlemen, welcome to the EnderCon building competition. The winners of this year's competition will have their build featured at EnderCon. The winners will also meet, in person, Gabriel the Warrior. Ocelots! 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 Whoa, handshake? We don't have a handshake. We'll just make one up. We'll call it the... Так, хватка беспредельщика. Так, the хватка беспредельщика. Grab. Крутое приветствие. And just like that, I'm nervous again. Don't talk like that. We can do this. Just stick to the plan and everything will be fine. This year, the Nether Maniacs can't lose. Let's do it. Building starts now. Ну давайте строить. О, так быстро получается. Oh, no. Ничего себе, фейерверкометатель, как страшно. Занимайся своей постройкой, а мы будем заниматься своей. Быстро. А вот и готов наш крипер. Ну да, его просто делать. Насмешили. Ну вот здесь более технологично, конечно. Все, запускаем. Now, the moment of truth. Here goes nothing. Чуш, фейерверк. Красота, мы выиграли. Oh, man, that looks so cool. We'll win this for sure. The creeper was definitely the right way to go. Хорошо, что мы выбрали крипера. Он победил нашим код. Ну, guys, нет, еще неизвестно, победил или нет. Good build, man. What? No way. Just a bunch of dyed wool. Whoops. Оп. Лава потекла. Рубен, no, come back. It was Aiden, that punk. The lava's getting closer. Gonna ruin the build. Ruben's going to get lost. Давайте спасать Рубена. Ну же, помогите мне найти Рубена. Да, так. Нашу постройку вот-вот схватит пламя. Пойдемте искать Рубена. А, скорее всего, крипер сгорит, он же из шерсти. Да все постройки, наверное, сгорят. Все, которые участвовали в этом конкурсе. Ваши друзья пошли с вами, чтобы помочь. Да, а крипер наш, к сожалению, подгорит. Новенький, вы получили приз. Я нигде его не вижу. Рубен. Давайте искать нашего поросеночка. We stand a better chance of finding him if we split up. If either of you get lost, just use the lights from Endercon to make your way back to town. Got it? Got it. Ну, давайте пойдем вперед. Рубен, хрюкни. Так, что тут у нас? Следы копыт. Посмотрим. Pig tracks. Следы свиньи. В одном месте только главное. А здесь что? Дуб. Ну, давайте найдем первые этого поросенка. Позвать Рубена. Рубен. He must have run by here. О, что это горит? Ого, пожар.
Горящее дерево. Давайте посмотрим. Похоже, что огонь распространился. I bet Ruben started this. Позвать Рубена. Рубен, where are you, buddy? I hear some pigs. Ого! А он на что должен в шапочке быть? В маске. В маске дракона. Позвать Рубена. Ну, давайте взглянем. А, это получается, что следы как раз вот этих свиней были, а не Рубена нашего. Stupid pigs. Дальше. Кустарник. Что с кустарником не так? Ого-го. Тоже иди прочь отсюда. Дальше пойдем. Уже начинает темнеть. Интересно, здесь выходят мобы ночью? Пока ни одного не вижу. Тлеющий костюм. Что за костюм? А, это костюм от Рубена, скорее всего, да? Рубен, о, нет, ты там, брат? Угу. Нет, только костюм. О, jeez, please don't be toasted, Рубен. Ну, слава богу, наш поросенок, значит, где-то в порядке. Дым затопчем, чтобы он не распространился и вновь не загорелось здесь что-нибудь. И дальше пойдем. Так. Сюда. Жаль, фонарика нет никакого. Что в пещере тут? Страшно? Страшно. Слышите звуки? Темная дыра. Давайте посмотрим на темную дыру. Ох, паук. Драться-то с ним нечем. Ну, вроде он не нападает, поэтому пусть, ладно, сидит там. Идем дальше. Так, что в кустах? Кто-то шевелится. Высокая трава, посмотрим, нет ли здесь Рубена. Ну, скорее всего, нет. Может быть, там кролик какой-то? Не, сидит поросеночек. Привет. Рубен, there you are. О, рад тебя видеть. Почему рад тебя видеть? Рад тебя видеть. Кто там? Вот зомбаки выходят. Так, 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 у нас нет ни меча, ни стрел, ни лука. Придется убегать. Уф, похоже, у нас неплохо получилось. Крипер еще. Успеет взорваться? Сзади, за нами взорвется. И этот здесь. Ну уж надо как-то сразиться с ними. О, есть все-таки меч. Это круто. Как им драться-то? Фух. Используйте для передвижения. Так. Еще разочек. О. Ну, давай, давай, давай. Опа. Во. Еще. Еще, еще, еще. Справимся? Вот с этого начнем, наверное. Еще, да, так, вот с этого. Я не знаю, тут нужно быстро или наоборот, медленно. Ну, получай. Еще, ты. Опа, готов. Готов. А, отлично. Ой, сломался деревянный меч. Ой-ой-ой-ой. Дурацкие деревянные мечи, это точно. А нет ли где-то у меня в запасе металлического, железного меча? Так, беги, держись рядом, я не дам тебя в обиду, вот так. Их слишком много, дружок. Ой! Так, успел? Я не понял, успел или нет? Паук. Шух. Ау.
off me. Убирайся от меня. Давай, 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 давай. От паука выпала нитка. Пригодится, может быть, для удочки. С открытого места в пещеру. Not that this isn't a really cool dimly lit tunnel, but how far away is this thing you want to show me? Careful, Jesse. You don't want to get a reputation as a wimp. This isn't my first time in a cave. Ну почему меня зовут Джейси-то, когда я парень? A wither skull? Whoa! Fresh from the Nether. You're the first person I've shown it to. Так, ты спускалась в нижний мир? Ой, это безумие, Петра. Петра. That's insane, Petra. You could have gotten yourself killed. Don't worry so much. I can handle myself. There's this guy I'm meeting up with at Endercon. He's gonna trade me a diamond for it. Being the resident go-getter pays off. Темное какое-то дело. The guy you got the skull for. What's his deal? He's kind of strange, I guess. But hey, everybody's got their thing. And you never thought to ask him, hey, what's with your whole totally normal, not at all weird skull thing? As long as this guy is willing to pay, I earned that diamond. Wow. Wow, what? In a single day, you went to the Nether, you killed a wither skeleton. I mean, I did build a super cool statue, but still. Ты почему построила? Sweet being you, huh? Если я парень, почему? You know, you could come with me. I mean, if you're too nervous, I totally get it. But I wouldn't mind. Я весь в твоём распоряжении, так отвечу. Me to come with you. Consider it my charitable act for the day. I'll consider it whatever you want me to consider it, as long as I get to come. You just keep a crafting table down here? Crafting table. Comes in handy. Crafting table. Since that wooden sword of yours got busted, можно английский изучать по этой игре. You can make your own. One stick plus two stones equals one sword. Ну давайте попробуем. А здесь в сундуке может что-то есть? Ресурсы. Oh, okay, thanks. Деревяха hey, есть какая-нибудь? Stuff yours? No, we're just stealing from whoever was dumb enough to leave this here. Of course it's mine. Just making sure. Oh, here we go. Jackpot. Железо, да? Давайте сделаем. Ну я. Just place the pieces on the table. Так, так, так. R1 показать рецепты. Кремень и сталь. Сейчас мне нужно понять, как. А, тут сразу на верстак нужно класть. Булыжник. А, погодьте, сюда. Отсюда убрать. Палку сюда. И булыжник еще сюда. Во, какой-то такой необычный способ крафта, но меч у нас готов. See? Ура. Isn't it better when you make it yourself? Все, меч у нас готов, и мы переходим в какую-то... на какую-то железную дорогу. Лукас опять победили. Sorry, Jesse. Ну не беда, зато спасли мою поросёночка. That beacon does look pretty sweet. Yeah, yeah. I just wanted this to be the year we finally beat that jerk. You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. You might want to get to know him, just in case. He's good at building, that's for sure. Так, Оливия с Акселем это не... Like ну, это исключено. Вот так нажмём. Not a chance. Hey. I know you're still all amped from battle. Just think about it, okay? Come on, let's hurry. Remember what Endercon was like before it was cool? Remember what we were like before we were cool? Mm-hmm. Some of us will never be cool. Ha-ha. С железной дорогой тут на вагонетке можно быстро его пересекать. Creepers! А, мы окружены. Спасите. А, есть же меч. Чего? Чего бояться? Это железный меч есть. Ой, или каменный там, по-моему. Каменный, да. Well, there's only one way off this bridge. Вниз.
Whatever we do it together. Ну давайте прыгнем. Прыгаем. Шух. За столько криперов не победишь, конечно. Тут единственный шанс это прыгнуть вниз. Там сколько? 4 или 5 криперов. О, это, кстати, заставка. Совместно с Mojang представляет Minecraft Story Mode. И это у нас было только в такое вступление. А дальше мы с вами продолжим играть в следующий раз. Поэтому ставьте лайк за это видео, если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал и пишите ваши комментарии. До новых встреч. Пока.